И снова всем привет. Так, начнем с того, что сегодня расскажу, наверное, про вот, как вы могли видеть, этот фонарик приложение. Я им довольно-таки часто пользуюсь, но несмотря даже на то, что на iPod нет никакого светодиода, я все равно пользуюсь этим приложением. Почему? Давайте запустим. Перед нами появляется вот такое окно, и там написано было подсветка экрана. Если нажать на клавишу, то экран становится на всю яркость белым. И что у нас автофокус гуляет? Сейчас, подождите мне, пожалуйста, потому что на Windows это, конечно, ахтунг. О, отлично. Куда ж ты? Вот винда, мать его. Вот. Но у нас есть еще другие. Ну, то есть это действительно, допустим, в темном подъезде осветить. Видите, он очень ярко. Белый цвет на всю яркость. В настройках также есть приколы, но это больше приколы. Значит, ну, яркость экрана. Потом вот такой вот, вот такая вот сигнализация. Она просто желтым, я вот немножко даже экспозицию приберу. Ну, тут надо хорошо прибрать, потому что он включается именно на всю яркость. Плюс у нас здесь есть пожарность такая, ну, сигнализация как. Плюс есть лампочка. Сейчас она просто тускла, смотрите. Вау. То есть палец вверх двигаем, и она как загорается. Она тут бирюзовый цвет, вы могли видеть. И вот такая цветовая гамма. Если палец там вправо-влево, то меняется как бы цвет. Давайте чуть-чуть интенсивность уберу, чтобы могли видеть. Цвета к цвету. Ну, опять же, то же самое. Но вот чем я действительно пользуюсь, это вот то, что я вам показал. Тут еще, чтобы выключить, тут есть силуэт. Нифига не видно, конечно. Ну, вот такая же черно-белая кнопка. Если яркость прибрать. А, все равно не видно. Ну ладно, в общем, приложение очень классное, я им пользуюсь, там в тем подъезде подсветить где-то. Хорошая штука. Вот так вот. Спасибо, пока.